в шахматы не сходили. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Все, вперед, раз, два, три, рога есть, у вас все есть, бафы на ходу. Не хочу ничего не говорить, так что думайте сами, говорите сами. У кого там в Дискорде есть возможность говорить. Я еще не проснулся. У нас танк про товар, да, у нас? Может там повесить бедилку либо на лото, либо на ДЦ? Нет у нас про товар. Грустно. Один танк. Только по чуть-чуть назад отбегаем. Кольцо льда. Че, я из эфиров выйду сегодня, нет? Походу нет. Трэш оттягивай всегда, чтобы не зафирило нас к новому трэшу. Ёбнутый конь, бля.
Молочек получил. Ремонт из заранее стой дальше, чтобы не дохнуть так. Просто встань вон, где крыса вон та стоит. Вот череп поставил. И бей издалека. Видишь, на тебя бегут там. Дал кольцо, блин, там. Через них прям. Или за мной стихия, говорит Марк. Чё, бля? Триста баф. Че он лимнул, не понял. Че, Вася, ДПСом 3400, что-то нам, блядь, это добор делает, ЗД говорит. Потому что не поэтому ушел. Ну, возьми ДК какого-нибудь. У нас же есть приз. Другую гильдию позвали его, наверное. Или ее, девочка. Может, свои позвали. Я доказал, нашел. Присумайте. Все, стоит шкаф. О, Клубер. Это хороший ДК. Честер, ты здесь? Да. Ты не обидишься, если я МК дам локу демону? Да давай. Я за него зацеплюсь, а то ты что-то вообще 1.5 ДПС. Бля, не знаю. У нас гир вроде одинаковый, у меня всего 209. Всё, бля, у меня символов нету просто. Бля, я дурак. Бля. А, они не таунтятся, ёбаный в рот. Полностью затаунтится потом. Next раз останешься живой, братишка.
кто-нибудь, и я стану добычей. Бля, как ты даешь 8К в 209 ивеле? А тут все просто, он не считает моего беса. А я даю 6 почти. У тебя нет символов. У тебя нет чарки на плащ. У тебя нет чарки на штаны. Понятно. У тебя меньше СПД, у тебя меньше крита. Так ходите от них, миленькие, осторожно. Маг тоже отойди. Сейчас они рыгать начнут и сдохнут сразу. Отходите все. Я по-русски говорю, отходите. Хилы издалека, хилите танк. Что-то лагает, пиздец. Ну рыгают просто мобы, вот и лагают. А ты какой будешь профу брать, слышишь? Лимон. Намагу. Не, вообще, какие надо? Кую, вода. Потом что еще? Наложение чар. Ну, топовые портняга. Портняга, типа. Кузнечное дело и гилда инжа. А нахуя кузнечное дело? Магу кузне не нужна. И дырки просто? Да, еще и два слота для камней. Это больше крита. Бать, сделаю еще одного, короче, мага. Перенесу кота теса, сделаю и буду нормально юзать. Символов это тоже нету. Да, у меня нету, у меня бабла нету, просто не успел. Всем привет, а место есть? Здорово, нет. Понятно. Честно, успели тогда проклятие с ДПС-шку? А чё оно мне не показывает на хиллботе? На хиллботе должно стоять изображение как оранжевым окрашивается. Вот. Ну вот на строк. И на райт пиксе снять и проклятие. Можно я релокнусь? А ты просто пал в гнев небес, давай, когда эти дураки рыгать начинают. Какая раса у прота? Нага. Нага? Угу.
А чем маги диспеллят? Еще раз, ну что? Я про кнопки. Там всю бочку открываешь, так, ну, настройки там. Это я это знаю, просто мне надо снять тебе проклятие, говоришь, да? Да. Ага, вижу, все, сейчас я залью. Декурсив, это что? И надо килбот на. Килбот более много пункта. Не, буду топ. Я говорю по сравнению с декурсивом. Поэтому поставить лучше один большой отдом, который может все, чем 10 маленьких, отвечающих каждый за свои силы. Так Вуду лучший в мире отдом. В мире просто. Все настроил. Там даже макросы можно вставлять. Ты можешь любые макросы вставлять. Куда? В Вуду. Не знаю. Аддон. Это топ в мире аддон. Просто это много о чем говорит. С огня вышло. Выходите сами с огня, потому что вас резать, бафать, это рейки тратить. И время. Вот она. Дисплелится часто? Я не... Мне там дожает. Вот, мне надо, не знаю, куда спросить. Надо настроить. Я уже узнаю, что это. Я тебе говорю, Вуду скачай, удали хилбот. Это босс у меня тут. Вуду номер один в мире аддот. Настраивается очень легко. Я через него хилил Эрдру, Хулипал, Хулиприст. Даже совой подхиливал. И ШП. Много трэша отошли. Осторожно, Крист не соберни с рейдой игрок. Войт, жду гайда по настройке Вуду. Иди, череп. Да? Гайд. Косарь голды с тебя. Я все просто. А чё там гайд? Там же все просто. Открываешь настройки и видишь, что за счёт. Ну, да. Там потыкаешься минут 5, и он тебе... И ты уже настроил, смотри. Там вторая вкладка заклинание открываешь, и там написано, типа, левая кнопка, и там... Чё, типа, какое заклинание? Правая кнопка, там, типа, Ctrl зажимаешь, левая кнопка, Ctrl правая, Ctrl средняя, там, и так далее. И вставляешь, что хочешь туда, и макросы даже можно вставлять. Слушайте, ребята, можем на ачивочку пройти? Тут, короче, надо всех этих убить, которые слева-справа стоят. Раз, что ли? Чё это ачивочка дает? Ничего, но ачивка. Не, давайте в другой раз, давайте просто череп убьем. И пойдем дальше. Пускай Агро наберет, а кто там может Thank you.
шанс убить их. Ого, выпала какая штука. Светильник какой-то. Шесть, как это говоришь? Я в шоке. Я 26. Фонарь, чтобы в расщели находить вой. Угу. Цепляем. Усиливаем. И чем это ДПС больше, чем у танка. Угу. У танка 3, у меня 2. Че он ливнул? Кто ливнул? Друид. А че он ливнул? Дурачок, что ли? Ему идти надо было, написал. Понятно. Теперь нам нужен хил. Да хил же 6 совершал. О, у нас гости. Фантомные. Чё, агри потихонечку? А кто у нас еще отворился? С огня сейчас стоит. Опять этот хант, ё-моё. А шо, галимы? Галимы, конечно. Ты чё, не помнишь? Я не помню. Хотя не было помню тогда. Я с мастером был. А, это хан. У меня в гильдии играл на X1. Блин, хочу рогу танка. Рогу танка хочешь? Да. Это как? Это упоротый через эвейж. Ха, откроет, будет рога. Ну да, кстати. Я
Танчил, я жду ДХ, чтобы им танчить. Пейте слева мобов. Вон два. Да ДХ для мобов. А ты чем у вас пейте, когда стоит? Ну по-любому баганый будет. А вот надо дойти. А Тина вчера была на их Оне Грульмаге. Да куда ты дальше ведешь? Дай ханта засумонить. А, да? Шампакейт вообще просто. Короче, эти пидорасы, которые вас бьют, они не таунтятся, если что. Ну так. Ай-яй-яй. Аллилуйя, помогите сумануть. А это ты зеркальное отображение, да, правильно юзаешь? Угу. Гроз кидывает. Я знаю, забыл про него. 110 ДПС. Там, короче, именно перед боссом, короче, юзаешь это зеркальное отображение, потом возгорание, да, грубо говоря, и... Накидываешь на босса живую бомбу, себя бафаешь раскаленным доспехом и просто ебаришь, еборишь. Там своя, правильно, да? Там своя последовательность. Ну даже ты рассказал, но... Рассказал, да? Своя последовательность, такой топ. Я ему уже рассказывал, просто не заебал. Да я на X1 тебе, да, я тебе задрачивал пиздец, когда мага только начал качать. Уже раза три рассказывал. Ну, блядь, ну, еще раз так же. Это знаешь, это как я куригом дамажил, короче, на косарь, на два косаря меньше всех остальных, там, 20, 19 даю, они там 20-21. Ну и чё, кого потом выясняется, что они, короче, багали, юзали баг, короче, там, диван кидаешь, и, короче, вот этот снижение 10% урона, типа, из-за двуручки. Оно отменяется, короче, и фурик дамажит намного больше. Боб можно было кидать на фурик. Не боб, там диван именно. Нет, боб кидать, там... Не, боб потом, да. Потом починили боб, стал только диван работать. А потом мы это починили. Потому что, ну, люди багают, как бы, и типа крутые еще кого. А, ну, на равных, как бы... Ну я всегда нормально дамажил, как бы даже орки там всякие с расовой способностью тоже давал так же. Ну и 20-ку давал. Ротация-то несложная у Курика. Контроль. Что ж такую пачку айди постоянно трэш? Пока не вызывают еще своих придурков. Обакать их.
Кто из них сало дает? По-моему, горничные дают сало, контрибуции дают дебаф на минус 50%. Контрибуции. Блять, я не понял, как ее нормально называть. Конкубины. Ну, короче, баба дух. Назовем ее так. Кто шею снизил? Кто? Какую? С трэша? Да. У меня. Лол. Ты чё-то? Да. Сейчас как даст 5 камер. В прошлый раз, вчера, по-моему, 3 или 4 упало. А выпадет еще куча. Да, она еще должна упасть. Только 3 вчера упало. Сегодня тоже надеюсь на нее. Че, погнали? Сейчас отопиться, пацаны. Погнали! Валим. Единственный в мире малыш про товар. Малыш про товар. Ты сказал, единственный в мире? Ага. Была песенка. Катапёс. Да, про товар. Про товар. Единственный в мире, малыш, про товар. Триста баф дайте. Триста баф каску. Блин, ну вообще. Там регов нету. Лок, каждый сам за себя, нахуй. Да не там, слышишь, Войт, веди ее в центр. Так не бейте, что вы делаете? Что, дурачки, что ли? Прикольно. Зачем вы? Я не могу Агрона брать, пацаны, ну что делаете? Вообще зачем вырывались? Выйдем, она вроде выйдет. У тебя есть ретрик? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Падайте уже, встаньте спиной. Там выйдите, она может и выйдет. С комнаты, я вон. Пойдем. Шаман, брат, захили. Да, какой нахуй у меня ретрик? Как у латыша, хуй да душа. Я на не выйдет. Ну все, сдох. Дайте диван, диван, диван. Настроить диван. Регов нету. Да, беги. Долоран беги, братан. Беги в Долоран. Там она тебя не найдет, блядь. Короче, остало твое время. Блять, Ваня ж не работает. Давайте уже сдохните быстрее. Настало время про товара. О! Про товара, мой малыш, про товара. Все. Есть у кого-нибудь GIFS? GIFS это что? Вот это такое инженеры делают, но я еще не сделал. Прости меня. Я не знаю такого. Гипс. Все, сейчас я затанчу. Вот такая штука, но мы слишком бедные для нее. Нам не хватает 8 слитков и 10 роботов. Лежи, отдыхай еще 30 секунд, когда он умрет.
АФК 30 секунд. Чё там, где шаман? Но оно где лежит? Зачем? Реги есть у тебя? Регов нет, идите в Долорад, тут шкаф стоит, но это при сумме. Ну только кто тебе реги будет покупать? Вон, давай тебе, это, где-то. Какие надо реги, скажи, а тоже мне надо слетать. Кончились, я выкинул пачку случайно, стоит хуйнь. Вон тебе портал поставили, давай покупай. Чё ещё надо купить? Прист, тебе? Короче, механоцикл возьми. Это 25 саранита на грань, короче, надо. И мне тоже столько. И фласки. Тут, короче, вот эти виды надо. Если купишь, я буду счастлив. Всего по... Давайте быстрее уже покупайте, у вас 10 секунд. Смонти. У тебя второй спект есть? Не, нахуя. Будешь бегать, значит, просто так. Если я могу жизнь так портить людям. Все, принимайте, чё там, кого? Дайте паладину агро набрать, пусть трогаются, тут сами бывают же. Свои... Даем а, ну, и... ладно, ну, здоровье, тут на поле, там, блядь, всё. Триксы есть, веер есть. Писание, символ это, стоит, нет, символ нет, стоит у тебя на веере клинков? Зачем мне на веере? На пул. Это трэш. Ну, это для эрэски. Для эрэски в основном, там он обязательный. Здесь тоже можно, как бы, для ППГР хорошо. В Скай очень много трэша, поэтому, в принципе, многие роги играют, которые умеют напуливать. Все, чардж бэш покинуть тело, я ебу. Хан Трэнш берет меня.
дали. Про обслуживание. Что мы там? Ну, если у меня есть такой топор, я могу второй найти? Что, убили уже? Мы же крутые. Так, плечу. Пошел по нему. Пришел, уже убили. Понимаю. Может, не против хаки, а то все понесете. А эти бегут дальше. Похуй, побежали за ними тогда. Тут трэш. Или где сами трэш, бейте, да? Его, рассагрили, блядь, или возвращайтесь. Ну вот, а там курва стоит, ну пускай стоит. Пошли, и по нём, блядь, будет бой навеситься. Прилезть. Как вы хагрите? Чё за татары? Нахуя вы сюда зашли? Нет, вы какие-то слабые. Просто демон держит на себе всех пятерых, а вы загреть не можете, это как? Знаешь, как этот трэш работает? Танчил хоть раз его? Кто говорит? Да, я знаю, что это веселенький трэш. И что его просто так даже не затаунтить. Чё, блядь? Блядь, кого-то согрела. Ну всё, и да. Ах ты ж, ранишь. Грестните, Ром. Шам побежал. Шам, иди здесь, не робу. Да я резну возле трупа, стою, беги, беги, Шам, дальше. Здорово я делал. Надо не бурей бить. Ты фаерман. Лучше огонь разжигать. У тебя крита от огня больше, чем от льда. Yeah. Ты палишь говно на эту бурю. Если бы ты фростмаг был, я бы понял, ты классно смедлял на 30% и атаку, и бег.
Ну ты же фаер кастуй и сам на огненный столб. Кто танчит? Я. Я это кто? Войт кто. Прыгайте вниз. Ханс, как всегда, смотрит на нас, смотри, он издалека, блин, стоит. Помаши ему ручкой. Ну, я не знаю, мы Ханта с ума не... Мы это я, да? Да, это я. Голос, ты чё там? Кто мы, если сидим? Дороти последнюю убиваем, остальные похуй. Не сумеет, сейчас всех затвяем. Дайте пристабах. Че он еще, я ФК что ли? Мне нравится этот хан. Я пока не... Ну как сейчас? Ага. Я дам демону. Че, кикнул? Оставь черепок, последний будем убивать. Как это он первый, дальше их хочет, несколько я помню. Дороти последний. Последний? Да, он просто по Дороти засчитывает сказку. Если убиваем ее, заново придется. Давайте в балбесы теперь. После медного сразу в Дороти. А там еще это лайка. Найти-то пофиг. Найти-то пофиг. Все, я пошел к этим ветрам. Вот видишь, какой хан. Да, вижу. Чё он? Гильдии что-то пишет? Чё пишет? Что вы кикнули? Нет, что он посрался и уйти надо. Сложи. А чё раньше не написать? А он вроде писал, говорит. Я сидел. Да я-то ничего не писал. Кто меня подкидывает? Ветерок. Это ветерок вот этот вот. Зачем? Механика у меня такая.
Блять, меня всегда весело. Петру нужна башка? Шапку забирай. Да забирай меня. А, у меня есть шапка. Ну и меткость, смотри, ничего себе, штаны. О, штаны. Штаны нужны. Меня ошибку выбило, короче. А куда? А, я что-то протупил не туда, нам да, назад. Не в ту сторону, так сказать. Там поднимите еще вон одного мертвого. Ты зашел, Чейз? Да, захожу. Ну прибежишь, если что, побежим дальше. Кто брюки не прожал? Прожмите штаны. Какие штаны? Шляпа, где брюки? Я его только резал, он пофнулся. Брат, добежишь. Я добегу. Куда все убежали-то? Мобы. Куда бежим? Бежим на эту, обратно. Получили брюки? Брюки, да, на мне. Брюки испытания огнем. Так, чё, куда? Сюда, да, в дверь. Ну, на погибель вроде как. Ну да. Честно, тебя не бесит анимация троллей? Ну, вот как они бегают, трясут этим хохолком своим. Писи лакомство. Ты что, дезерон был здесь, что ли? Синдралити. А с лишней ауру на ноги? Дипси ауру на огонь воткни вместо брони. Надо. А дневник что, здесь же, да, юзать? Я вот юзнул, короче, медив появился. Да-да-да, и подожди, сейчас сюжет. Чё, босс убить это, короче, норм, да? Со старта. Металка. Кронос, мы не с шаманом в пати, нам не поможем. Ну в чем-то ты прав, да, главное написать. Всего 3000, блядь. Это Саура. Так она бьет пятерку. Ты че, он поводит? Сбегаемся, сбегаемся.
дракон ебанулся, что ли? Из ложи выведи. Да нормально, хп сапается. Хп сапается, а мана нет. На ману почитай. Сука. Как я вчера, да, говорить, что мана нет. Делай тот. Сука. Что ты сказал? Да я помню, вчера так же ходили. Шаман какой-то тоже говорит, лихил, по-моему, ман нет. Я говорю, гимн на ман. Что-то там кто-то еще говорит. Говорит, друид. Давайте в тотемах сейчас двигаемся. Красиво, минус 20к сразу. Вы там справитесь, я проклятие повесим. Саву добрать. Всем привет. Здорово. Здорово. Кару заходи. Привет. Вот Кари. Кем пойдешь? Погибель бьем. Погибель. Мы тебе не дадим ничего. Из глупость погибели. Могу ли бинперсон? Если это надо тут дневник строить после погибели Юзни, тут такая касценища прям. Да. Не, я его засчитала, его пишут, типа сдать возле Каражана. Это нормально? Да. Там тебе дадут дальше квест найти две косточки и сбегать в РБК и потом снова убить пакет. Тень, я пошел в карту без РБК. Нет, тут надо в РБК сбегать. Первый фрагмент ключа от Ража с кого падает? По-моему, за Гранд Топ и это до Тира. Что за обгола вышла? Топнули целка 25. Хэм, не? Нет, обычно. Апнули или нет? Резанули. По-моему, на 10% и должны на следующей неделе или. Че резанули на 10%? ХП и урон у всех. Это в хэме, не бойся. В хэме, это в обычке там. И, по-моему, должны со следующей недели это все делать. Скелетов быстрее убивайте, они вас убили. Лока убили из-за этого. Лока убили все 5 скелетов одновременно ударив. Так их надо бить, они появляются же не сразу, а по одному. Бьете слабо. Давай там Геру и добивайте это чё. Короче, если там подождете минут 20, то я приду. Сейчас я походу. Я только проснулся. Так. Шаман, Геру, проткни. Я прошу. Себя захили. Ты шаман тут вообще, нет? Шаман умрет. Шаман стоит в К. Батя Сава, пиздец.
Ронас хил, я в тебя верю. Ты сможешь ШП захил. Да. Давайте миллиончик там как-нибудь своими прожимками, хилами и про. А, шаман вылетел. Гипсихиль меня. А хули маны нет? Ресы, клятву нажимает. Да, она постоянно по КД. Печать, порчу смени на печать света. Бей желтый джага и правосудие света. Возложения рук нету? Я шаман дал, когда он вылетел. Да, вот он 3000. Каплю дай войду. БЗ прожми, дай каплю войду. Тоже я шаману еще дал каплю, когда его там чуть не убил. Да ты... Да, вообще. Печать света лучше. Сейчас тогда крылья попробуй. Да, и желтый джагой бей, чтобы все миллионы там делали. Он там приз есть, блядь, приз ты тут, убейся. Хронос хит. Ну, поебать. Молотком так кидайся мне. Войда с пышечкой по хиль. Там нет. Ну такой себе трай. Сука, вы чё? Да ладно, главное всё весело сделать. А я вас пинтами хилила, и ты. На шаму ещё. Ну всё, мастеров вот без вариантов на шаму заходить. Я вчера лут нанидил, пусть... А в смысле, я захожу, меня просто крашило, не надо. Куда-то дальше. Там это, а куда идти? Стоим, я шамана суману. Что там заходит? Кто-то там. Да-да-да, уже. Блять, вы заебали вас. Сумануть, блядь. Бегите, ёбаный по голове. Сука. Тут вход рядом. С погибели далеко, а уже. Смотри, Тёма заходил, что ли? Чё далеко-то? Вон я вижу. Вон, а, погибели я... далеко бежать уже. Нихуя недалеко, вот зал, блядь, я вижу. Вот здесь трэша нету, мы чистили первый этаж. Зашел, поднялся по ступенькам, вот мы стоим, смотрим, блядь, через пути. Давайте, блядь, шевелитесь. Давайте, пати, или уже фул. А ты на ком? На баре. Куда бежать-то, ёбаный стыд? Че наверх, Вой? Ты чё, забыл, что ли? Куда? Мак, давай, иди назад, сюда. Там на террасе стоит шкаф. Прямо мы пробежаем, пробегаем к погибели, а налево, вот, да. Наверх надо. Может, мы там вара суманим, я понимаю. Давай сюда двигаться. Там бой. Кто там вар-то в долваране? Сейчас мы убьем моба и суманем. Ну ладно. КД шкафа еще минута, значит минуту еще бегать. Пока в Дискорд зайдет, как раз откатится. Делок. А если я сейчас спрыгну вниз, я попаду в начало инста? Ты попадешь в ад. Хочешь, можешь по приколу прыгнуть, но ты умрешь. Там текстура вообще. А как так здесь сделано, значит, клево, что видно аликов внизу, которые бегают? А что, видно? Да, видно. Вот. Не, не отсюда, но повыше добраться, там, на башню. Мы как внизу у камня. Это что можно люди было делать внезапный гар? Такой десант с парашютами, да? Ну, сами, да.
шкаф откатился, убиваем, и я ставлю. Вы видели, что ты камда творит? Давайте шкаф. Дипси, проткни шкаф, будь ты человек. Проткни. Проткни его полностью. Холодим, жми. Ты рядом. А ну блин, куда ты в АФК ушел? Ну вот ки ты в шкаф. Да, ты. Паладин в АФК ушел. Ушел в сумму, мастер? Да. Замечательно. Честер и паладин АФК. Ёбалый. Ну, там кто-то с меткой. Хильте приста. А ты ел, а вот упал, сейчас под ним. Эти нубы вообще пиздец. Вы что, не метка, жди? Метка сходить надо. Ты чё? Давай вставай. Давай, присел, пожрал, поехал. Тут бы совые штуки две, чтобы вынырили, чтобы не садиться, не хавать.